Ни для кого не секрет, что налоги – это главная составляющая доходов бюджетов всех уровней. Причем большую роль в качестве источников играют налоги имущественные. К последним относятся транспортный, земельный и налог на имущество. И заплатить их нужно в этом году не позднее 1 декабря. Если этого не сделать, то со 2 числа вы будете числиться в списках должников. Ведь за погашение образовавшегося долга перед бюджетом каждый налогоплательщик несет персональную ответственность. Каждый налогоплательщик обязан оплатить земельный, транспортный налог и налог на имущество в срок согласно налоговому уведомлению, которое считается полученным через 6 дней с даты направления заказного письма. Поэтому, если налогоплательщик его не получил, он все равно будет нести ответственность за неуплату налогов. Ведь действующим законодательством за нарушение сроков и полноты уплаты налогов предусмотрена не только налоговая, но и административная и уголовная ответственность. Так что если вы не заплатите налоги в срок, вам на сумму задолженности начислят пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России. Кроме того, налоговая инспекция направит вам требование об уплате. Это извещение, в котором прописана сумма задолженности по налогу. Размер пеней, срок исполнения требования и меры по взысканию налога. Они будут применены, если вы не исполните требования в срок. Требование об уплате налога должно быть исполнено в течение 8 дней с даты получения указанного документа, если более продолжительный период времени для уплаты налога не указан в этом требовании. В случае неисполнения налогоплательщиком требования об уплате налога в установленный этим требованием срок, налоговый орган может применить другие санкции в порядке принудительного взыскания налога. Например, взыскать налог за счет имущества физического лица или наложить временное ограничение на выезд должника за пределы страны. Узнать о задолженности, распечатать квитанции и уплатить налоги онлайн можно с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и на официальном сайте единого портала госуслуг. А можно и лично обратиться в налоговую инспекцию по адресу улица Горького, 240. Кстати, там 18 и 19 ноября пройдут дни открытых дверей. В эти дни специалисты налоговой инспекции проконсультируют вас о порядке исчисления и уплаты имущественных налогов. Кроме того, вы сможете получить необходимые уведомления и квитанции и подключиться к электронным сервисам налоговой службы. Более подробную информацию можно узнать по телефонам, что на экране.